хочу вам сказать, что все мы с вами немножечко гуманитарии. К сожалению или к счастью, в современном обществе, когда кому-то говоришь, что ты гуманитарий, скорее это воспринимается как что-то определенно нехорошее, чем как что-то позитивное. Вот. Но есть вещи, которые мы с вами учим, начиная со школы, потом учим в университете. Конечно, многие по профессиям становятся физиками, математиками, экологами, но все-таки все мы с вами учим родной язык, для многих это украинский, для некоторых это русский, да? И все мы с вами хотим выучить и хорошо разговаривать на английском языке в современном обществе. Вот. Дело в том, что английский язык сейчас это прежде всего язык, который вы знаете, все это, с помощью которого вы путешествуете, вы совершенствуетесь на работе, да, вы достигаете многих высот. Зачем учить английский? Ну, в общем, тут все понятно. Но считается ли английский самым распространенным языком в мире? В общем-то, нет. И это одно из самых ярких заблуждений. Самый распространенный у нас по-прежнему китайский, потом у нас по-прежнему испанский, и только на третьем месте английский. И считается ли английский самым легким, и поэтому его все учат, тоже нет. Потому что по разным подсчетам в английском языке примерно от 600 до 800 тысяч слов. Это сейчас. В сравнении в русском языке, как вы думаете, сколько слов примерно? Ну, в английском 600-800 тысяч слов. В русском? 250-300 еще? 300-400. Ну вот по последним подсчетам, я вот недавно нашла статьи, это 150 тысяч слов. Да, то есть все-таки английский это практически в 4-5 раз слов больше. Опять же, есть слово, например, drunk в английском языке вошло в книгу рекордов Гиннесса как слово, у которого самый распространенный синонимический ряд. У него больше 2000 синонимов. То есть английский это на самом деле очень сложный язык. Почему же он так популярен, и почему же учат именно его, и почему, почему именно английский, а не какой-то другой? Дело в том, что на этот вопрос можно отвечать по-разному, но это определенно не потому, что английский самый легкий или самый распространенный. И сколько нужно знать слов, чтобы заговорить на английском языке? Я думаю, если вы приходите куда-нибудь учить язык, это один из тех вопросов, которые вы задаете. На самом деле, примерно 90% всех текстов на английском языке написаны с помощью всего лишь с использованием 1000 слов. Если это свободный разговорный язык, к которому все у нас сейчас стремятся в основном, это 1500-2000 слов всего лишь. Что самое важное, сразу скажу, что я сравниваю русский с английским, можно было сравнить украинский с английским, но поскольку я выбрала язык русский для проведения лекций, то это у нас русский язык. Чем, в общем-то, отличается русский и английский язык? Что вы скажете? Чем отличаются эти языки? Ну, кроме того, то есть как они отличаются? Алфавитом, спасибо. Да, все правильно. В русском языке у нас по-прежнему 33 буквы, как и в украинском, в английском всего лишь 26. Что, соответственно, вносит дополнительные проблемы в изучении английского языка. Чем еще? Построением предложений. Спасибо, да, это то, что сегодня я тоже буду говорить. Дело в том, что есть основные моменты, особенности, выучив которые, можно значительно лучше изучать английский язык. Например, если спросить, что в английском языке сложное, а что простое? Что для вас сложное в изучении английского языка? Времена. Времена, спасибо. Что еще? Произношение, спасибо. Каждое слово очень много значений. Очень много значений. Еще? Ну, перевод, да, очень много значений. Смотрите, на самом деле, наверное, ни один язык, особенно тот, который вы учите, не стоит рассматривать... никакой момент в языке не стоит рассматривать как какой-то сложный или простой. Потому что обычно все сложные моменты в английском языке, которые вы называете времена, если я спрошу, какие времена, то те, кто тут изучают английский, наверное, мне скажут, что перфект, именно, спасибо. Все это говорят. Но это не потому, что перфект сам по себе сложен, это потому, что понятия перфекта в русском языке нет. То есть те моменты, которых нет в русском или в украинском языке, для изучения обычно самые сложные. То есть задача их не выучить, а скорее осознать. Когда вы их осознаете, тогда они подаются значительно легче для вашего изучения. Мы рассмотрим некоторые такие аспекты, и это будет очень коротко, но, наверное, если вы это прислушаетесь, то изучать будет чуть-чуть легче.
о времена. Спасибо тому, кто выкликнул первый из зрительного зала времена. Конечно. Сколько всего времен на английском языке? 16. 16. Спасибо, вы абсолютно правы. То есть их целых 16. У всех есть свои правила, законы. Вот. Ну, тут уже есть. Всеми временами папа пользуется для общения? Как нет, нет. Нет. А сколько используют? 4. 4 еще? 10. 5? 6. Ну, примерно это 5-6 времен. А зачем учить все остальные тогда? Нет. Чтобы читать тексты, чтобы понимать. Да, скорее это пассивное знание, чем активное, но все-таки их есть 16. Артикли. Это следующий момент, и честно вам скажу, я знаю очень мало людей, у которых в этом вопросе английского языка нет никаких проблем. Это тоже связано с тем, что артиклей в русском языке нет. И артикли в английском, если кто учил там итальянский, французский, немецкий, они имеют очень разное происхождение и структуру. То есть это в принципе разные элементы языка. То есть артикли на самом деле очень важны в английском языке. Вот. Почему так сложно учить артикли? Потому что их нет в русском. И так ли важно использовать артикли в английском языке? Как вы думаете? Для чего? Понимать количество, разные артикли, разные значения. Хорошо, многие люди говорят, что ну, если я не скажу артикль, касательно не только артикль, говорят, ну меня же поймут. Ну, конечно, поймут, но может не так, как вы бы этого хотели. То есть что будет, если не использовать артикли в английской речи? Тут вот есть один маленький пример, два предложения, которые, в принципе, меняется смысл из-за одного артикля, да? То есть I have a few friends, I'm happy, I have few friends, I'm unhappy. То есть, да, в зависимости от того, есть артикль или нету, слово few приобретает другое значение. То есть у меня несколько друзей, я счастлив, у меня нехватка друзей, и я несчастлив. Вот так, так вот всего лишь из одного артикля у вас поменялось целое значение целого предложения. Порядок слов в английском предложении, спасибо Саше, которая сказала порядок слов, вы абсолютно правы. И первое, наверное, что стоит их учить, когда вы учите английский, это то, что порядок слов в английском предложении прямой. То есть это подлежащее, сказуемое, остальные члены предложения. В русском языке вы знаете, вы можете сказать «Сергей пошел в магазин Сергей пошел», как угодно. В английском так нельзя сделать. То есть, и если вы будете этого правила придерживаться с самого начала изучения языка, тогда вы будете лучше понимать структуру языка и структуру каждого предложения. Ну и все остальные обстоятельства обычно в конце предложения, другие члены предложения потом. Еще хотела бы сказать, что, например, в украинском и в русском языке вы можете сказать предложение, которое состоит из одного слова. Например, там «весна», «хорошо». В английском так сделать нельзя. Да. В современном английском так уже как бы можно. Можно, а еще можно в разговорном английском. В разговорном, да. То есть точно так же, например, но разговорный это все-таки не эталон языка. Мы когда с вами все учимся в школе, мы учим какой вариант языка? Британский или американский? Британский. Британский, абсолютно верно. То есть британский классический вариант языка. Конечно, если вы скажете yes, no, да, то есть это будет предложением, да, но это будет не совсем грамотным предложением, что будет, если вы это используете, подчеркивать то, что вы учили американский вариант, ну и много разных штук. Что еще есть? Это многозначность слов и послелогика. Хотелось бы сказать, что это очень интересный момент, потому что бывает такое, что одно и то же слово, абсолютно одно и то же слово в английском языке переводится абсолютно по-разному. Ну вот, например, у нас есть два предложения. Dress it all and dress yourself. Вот, то есть и dress, как бы все вы знаете, что это платье, а определенно, если это глагол, то это, наверное, надевать, но надеть салат очень сложно, я надеюсь. Вот, поэтому слово, которое имеет для этого, ну, можно, сложно. Вот, поэтому слово, имеющее несколько значений, вам нужно знать все эти значения. А что такое dress yourself? Заправить, приправить, да, абсолютно верно. Ну вот у меня есть еще один пример. У английских глаголов это еще, то есть тут я нашла такой отличный пример, что, например, слово set глагол имеет около 44 основных значений для глагола, 17 для существительного и 7 для прилагательных. То есть это set, да, обычные S, E, T, да. Но, скажем,
скажем так, очень многие английские глаголы меняют свое значение из-за послелогов, которые идут после них. Например, вот такой пример. I will carry this box. I will carry on my lecture. Я буду нести мою коробку, и я буду продолжать мою лекцию. То есть carry on – это продолжать, carry – это нести. Вот вы забыли сказать послелог, и получилось, что вы носите свою лекцию. Вот. И есть глаголы, у которых есть один-два послелога, есть глаголы, у которых есть очень много вариантов, это только несколько, да? Ну вот, это все четыре, один и тот же глагол look с разными послелогами, у вас получаются абсолютно разные значения. И самый, наверное, важный и интересный момент, чем отличается английский от русского языка, и, понятное дело, прежде всего, это произношение. Ну, скажу так, что очень много есть букв, которых, и звуков, которых нету в русском языке. Поэтому их сложно учить. Например, все в школе учили «тв», да, то есть говорили язык между зубов, там, туда-сюда. Но еще сложнее учить те звуки, которые есть в русском языке, но в английском они звучат по-другому. Вот. Качество звуков. То есть, например, вы говорите в английском языке, для примера, нету буквы «в». В таком... Что произошло? Что произошло? Вот, в английском языке нету буквы «в» в таком виде, в котором она есть в русском. То есть, вероятно, всю жизнь, когда вы говорили фразу «I love you», вы говорили неправильно. Потому что есть два варианта произнесения буквы «в». Это вариант «w», да, когда вы округляете буквы, и вариант «v», когда вам надо, ну, не сильно, немножко, но все-таки укусить губу. Тогда у вас получается хорошее качество звука. И получается, вот тут у меня есть примеры, я долистаю, да? Тут у меня есть примеры «will» и «bill». И это абсолютно два разных слова, не только потому, что они так написаны, потому что, к счастью или к сожалению, мы не всегда можем читать слова, иногда их говорят. Вот. Но еще и... Брат. Вот. Это первая буква, да? «Will» — это колесо, «bill» — это телятина. Да? То есть эти два слова отличаются буквально произношением. И «I have...» Кто хочет прочитать третье предложение? Давайте каждый себе прочитает. Вот, скажу вам, что в английском языке вот нету слова cold и нету слова cold. В английском языке есть слова cold и cold. Вот в транскрипции они выглядят примерно так. То есть дело в том, что в английском из-за того, что букв все-таки 26, и надо как-то компенсировать нехватку звуков, получается в английском языке появляются дифтонги. И многие слова, которые вы произносили, начиная там no, don't, go, они произносятся из о. То есть короткое о есть, но не в этих словах. То есть cold, cold – это то, как оно должно быть произнесено. Ну, еще есть такой длина гласных звуков. Опять же, букв мало, необходимости сказать слова много. Многие слова отличаются продолжительностью гласных звуков. Например, I live in Житомир и I live in Житомир. Эти два слова отличаются исключительно длительностью. Есть детская книжечка, я думаю, все, кто начинали учить английский, где-нибудь да что-нибудь с ней учили, она называется sheep or sheep. Эти два слова тоже отличаются продолжительностью звука. Вот. И самая неожиданно сложная вещь, которую, ну, не допроизносят почти все учащиеся, это согласный в конце слов. Дело в том, что согласные в конце слов в английском языке практически никогда, точнее никогда, кроме там перед окончанием, не оглушаются. То есть вот вы читаете «This is his bad friend». Friend. Если вы говорите «bad» вместо «bad», то у вас получается летучая мышь. То есть в многих случаях, если вы оглушаете конечные согласные, вы меняете смысл слова. Последнее предложение яркий тому пример. Например, I need this toy. Как вы переведете? Да, I need this toy. Мне нужно. Я вижу эту игрушку. Отличается need и need просто последним звуком. То есть вы его не договорили, вообще непонятно, что вы делаете. Вот. Ну, немножечко интересного. Есть в английском языке
такое предложение «The quick brown fox jumps over the lazy dog». Это предложение просто, чтобы вы что-нибудь интересненькое, вдруг кто-то сегодня ничего больше интересного из моей лекции не подчеркнул. Так вот, в этом предложении есть все буквы английского алфавита. Такое вот особенное, оно называется панграмма. Вот, можно учить, можно не учить, но все 26 букв тут есть. Спасибо большое. А можно? Good luck with you. Можно еще раз? Назад. Хорошо.